Чиба, потому что как Грузия, Динамо Тбилиси, так и в Азербайджане, не в Чибаку, и я это все хорошо знал. И, если честно, удивился, что такая атмосфера у меня, как бы, я встретил такую атмосферу там, что для меня это было удивительно, и, в принципе, было приятно. Моя первая команда, где я был легионером, но приняли как своего, и... Это все было хорошо и очень приятно мне было, вот все это, как они встретили, как меня приняли. С своей стороны я тоже старался не подводить их, и так и получилось, что 4 года за Невчи сыграл. I struggle to fly now. Oh, the devil's scream inside. We all try to hide. We hold on so tight. We cannot deny it's us alive. Всю свою карьеру на каждой игре выходил, чтобы выигрывать, чтобы победить. Конечно, когда получалось, когда нет, но, конечно, мы хотели выигрывать, но как бы все-таки новая команда, моя первая официальная игра была, хоть и это товарищеский турнир был. Но я старался, думаю, что получилось хорошо и не хотел подводить команду. Все-таки... За неделю до Кубка Содружества я приехал, и особо никто не знал, что я могу, как сыграю. И я думаю, что выступил неплохо и не подвел команду. Самый запоминающий, наверное, весь турнир Кубок Содружества и, наверное, игра с Пиуником. После того и узнал меня весь Азербайджан, и узнал меня весь Азербайджан, и эта игра как бы дал мне толчок как бы, в дальнейшем. Я рад, что смог на этой игре забить, но, если честно, в начале игры я особо не нервничал ничего, но утром, когда уже руководство приехало,
как бы было собрание, то, что рассказывали, все, что это, я потом уже ощутил вот это, какой матч будет предстоять нам. И в полдень я уже как бы так нервничал, что даже не мог перед игрой немножко отдохнуть, поспать. Как бы это и на первом тайме как бы и видно было, что как бы команда нервничала, особо ничего не получалось, но на втором тайме, к счастью, забыли первый гол, потом Витя Дерзаев забил второй гол, и закончилась игра, как мы хотели. Команда была играющая и как бы коллектив хороший, но скорее всего я бы сказал Зауром Тагизаде, которые ну, понимали друг друга очень хорошо. Lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Down to my hands, stop and the man on the. Золотой гол Невчи. А если взять, как бы с красотой, я бы сказал гол с Карвана. С Карваном, когда я забыл, когда, по-моему, 3-1 или 4-1 мы выиграли. Помню такую игру, наверное, скорее всего, игра с Азалом, когда 2-1 проиграли и упустили чемпионство. Это предпоследняя игра была. После первого тайма 1-0 выигрывали и проиграли 2-1. После того и упустили чемпионство. И вот это было жалко, правда. Пока сосредоточен на детей. С 4 лет говорю, что хочу играть в футбол, хочу играть в футбол. И 5 лет ему было, когда я тут в школу «Динамо». И до сих пор там играет, уже третий год. Пока еще рано судить. Вырастет, потом посмотрим. Но я надеюсь, что он сыграет 100 раз лучше, чем его отец. Я всегда говорил, что я люблю Невчи, и до сих пор люблю, и до сих пор уважаю.